знать, как это было в легендах старины. В Сочи жили люди беззащитными детьми. Титаны, дети, бога неба и матери земли хотели защитить их от гибели и лжи. Гонитель Зевс встал на их пути и в смертельной схватке победил. Сбросил всех титанов он в Тартар подземный ад, чтоб никто из них не смог вернуться вновь назад.